До этого храм был еще два деревянных, с пределом Николая Чудотворца. А почему его упразднили вот в этом каменном храме, непонятно. Может, поэтому и не было такой защиты, он разрушен. Хотя в 61-м году хрущевское гонение. И вот смотрите, через вот год назад пришла его большая такая икона Николая Чудотворца. Видите, как? Вот интересно все-таки. Не просто так. Какой замечательный образ. А тут вот в Казанском этом иконостасе, там частицы от гроба Николая Чудотворца вот привезли от Тараса. До Кожина я была на Украине. Там у меня сестра монахиня была. Я туда уехала написать иконы для ее храма, которые она, это, ей благословили. Прямо в доме сделали домовой храм. Я там была с февраля по август. Но у меня было такое благословение вернуться. Я вернулась. С трудом, но вернулась. Мне не хотелось там оставаться. А батюшка мой, духовник, он в Лавре, он сказал, что оттуда надо бежать. Пиши иконы на простынях, чтобы можно было их свернуть, вывести. Ну вот, тогда он еще в 2000-м сказал, что там так будет плохо. Ну вот, но она осталась, она не захотела. Говорит, я постригалась на Украине, там я останусь. Я приехала. Как приезжаю к отцу, говорю, ну а как дальше жить? Уже был конец августа. Молись, он говорит, молись. Господь тебе укажет. Я уже была свободна, одна. Я в деревне осталась, там тоже она уже. Как вот Господь у меня уже года три готовил жить одной. Потому что все уезжают после этого, осенью, на зиму никого. А у меня там оставался вот дом, который это как дачу купили, когда я из Свердловска приехала. И вот я молюсь, читаю акафисты, молюсь. И вдруг такой сон, где-то в сентябре примерно. Значит, берег вот этот вот, вы его увидите, Андрюша вам покажет. И гора такая, знаешь, как копья угольная, такая четырехгранная такая. И бегает там около основания такой в черном кто-то такой вот человек. Как-то быстро так ходит. Ну, и непонятно мне, что это такое. А сон необыкновенный. Читаю акафист, другой. Читаю акафист, и вдруг там такие слова, символы. Гора тучная, гора усыренная. Это так Богородица называет. Думаю, ой, надо же, здорово, что-то такое необычное. И повторяется точно так же опять. Вот такой же короткий сон, думаю, о, нет, поеду к отцу. Говорю, вот такой-такой, Богородица, да, Богородица. Место узнала? Да, говорю, я на той стороне приходила, деревня-то моя недалеко, где-то минус 40 идти, я рыбу ловила. Вот там приходила. Я говорю, я узнала, и храм узнала, и все. Все, поезжай, узнай, что это за место. И вот я приезжаю, причастилась, 21 сентября, Рождество Богородицы, я причастилась, такой день был холодный такой, и поехала сюда. Еще не было автомобильной дороги, не было. Я приехала сюда на поезде, еще не были, только строили, начали. Вот. И думаю, спрашиваю там, кто мне попался, говорю, а как мне вот это, вот там вот я видела на том берегу, ну, я знала, что Кожина, я так и назвала Кожина. Они говорят, да вот там, вот видите, вот, вот. Ну, я так пришла сюда, посмотрела так. Уже было, вот это уже было, белый кирпич, уже было, все как бы замурован храм был. Вот, и это, значит, я посмотрела, думаю, а какой это храм? Не знаю, спросить ее не... Думала, ну, ладно, на обратном пути пойду, спрошу. Думаю, все заросшее такое, горелое, деревья так обожженные, потому что поджигали траву сухую, так... Ничего такого, конечно, ничего нет, кроме храма, ничего не было. И храм был на замке, Но не было вот этого, а были вот просто решетки на замке, я сюда не попала. Так поглядела, ну ничего, пол там, ничего не было, абсолютно ничего не было. Вот, только мусор был один. Думаю, хоть какое-то знамение бы мне вот дали бы. Пошла там, нашла яблоню одну. Думаю, хоть бы ходила, ну, 21 сентября, думаю, хоть бы яблочко найти. 7 яблочек нашла. Нашла, корову паслись, они же все слизывают там. Нашла, обрадовалась. Думаю, ну, пошла дальше. Дороги не было никакой. Просто так по траве я этой сухой пришла. Зашла в деревню, говорю, а в честь кого храм-то? Рождество Богородицы. Ух ты, думаю, здорово, как все совпадает. Поеду к отцу, поехала. А уже зима надвигалась. У меня, собственно, ничего уже не было, ни дома, ничего там. В деревне уже все растащили там, пока я ездила.
И это приезжаю, ну, я бы и так жила бы, там печь сохранилась. Приезжаю, говорю, вот так, вот так. Он говорит, все, твое место. Подавай прошение владыке. Пусть владыка благословит и живи там. А было уже, ну, вот сентябрь, конец сентября. Ладно. Пошла к благочинному, отец Дмитрий уже был. Я говорю, так вот, батюшка. Батюшка благословил духовник. Но он говорит, ну пишите, написала сам мне прошение, подали владыке, жду результата. Отец Дмитрий через неделю или две мне говорит, нет, владыка не благословил. Там бомжи живут, ну правильно, там было такое, рыбаки, это сам, нет, нет. А время-то было 2000-е, работы никого не было, тут воровали, тут нерестилище, и рыбу воровали. Ну вот, и я, он говорит, нет, убьют, не благословляю. Поехала опять к отцу, говорю, владыка не благословляет. А что такое, почему? Ну, говорит, убьют. Он говорит, а крест там стоит? Я говорю, да, стоит крест. В 2000-м было 600-летие, крест. Ну, тогда все место освящено. Но убьют, убей, сказать Христа ради. Ну, ладно, все. И опять пишу, говорю, вернее, этому благочинному. Он поговорил, владыка благословил. Теперь надо искать, как тут жить-то. Ну, вот, а уже был октябрь, наверное, где-то середина. И вот этот Саша, вот этот, вот, который погиб. Думаю, как же мне его увидеть? Вот в Колязине он живет. Я, значит, это сам поехала туда, в Колязин. Думаю, нет, сама я его искать не буду. Если Божий промысел, он сам на меня выйдет. Думаю, стоим в храме там. Тогда еще был только один храм в Колязине. Введение во храм Пресвятой Богородицы. Стою, служба прошла. Сестра мне показала, вот он пришел, вот с ребеночком стоит. Думаю, ну ладно, молюсь про себя, Иисусову молитву, думаю, подойдет, значит, все совпадает. А он не цел, машину уехал. Думаю, ну ладно, что-то тогда на другой какой-то искать вариант. Я говорю, давай пройдемся, я так соскучилась по реке, по Волге, давай хоть пройдемся по берегу, это на Свистухе надо идти сюда. Давай, говорю, пройдемся, покажи мне, я хоть подышу этим. Я люблю реку и воду, люблю. Идем. И уже пришли почти к Колязину, около Горбатого моста. Кстати, он там и погиб, под этим мостом. Вдруг это шины зашуршали. Он выходит. Представляете, вышел прямо к нам, подходит, а вы что здесь делаете? Я говорю, тебя ждем. Вот. И сразу сходу ему говорю, Саша, вот я знаю, что вы такой горячий, отзывчивый. Вот вы можете мне сторожку построить в Кожине? Он говорит, да хоть сразу, с завтрашнего дня. Ну, у меня никаких денег нет, ничего. Все, договорились. Все. Теперь надо место было, искать место. Значит, вот хорошо вот эти вот, он, Саша, потом там еще такая у нас была горячая Ольга. Они пошли в БТИ, потом в колхоз, это земля колхозная. Ну, договорились, приехали сюда, и началась такая, не дают земли никак. Я им говорю, слушайте, вы только не спорьте. Берите все, что вам дают. Хоть 6 метров. Берите. Я буду молиться, а вы только не спорьте. Иначе тут беса нам не дадут никакого покоя. Ну вот. Ну, они там, да, он договорился. И прямо около креста. Вот это около креста Меца, вот здесь только можете что-то построить. Думаю, ну как-то тут у креста. Думаю, ладно. Все согласились, и стали строить уже сами, как вот нам надо. Потому что нам уже документы выписали, да? Саша оформил, все сам платил, у меня ничего не было. Ну вот. И мы так это все отмерили, 33 метра, там 40, все вот эти такие символы делали, вот и все. И начали они строить в октябре. 3 раза запивали ребята насмерть, вот эти его строители, там 4 человек было, хорошие ребята, но дьявол, конечно, их очень смущал. Я приду, вот он придет ко мне, опять их нет. Я говорю, ну как уже ноябрь, ну как я вот потом, ну как это? Саша, ну пойдем искать, найдем их, придем, найдем, они совершенно мертвые лежат. Скажет, так растолкаешь ребята, ну как же, ну пожалейте меня, ведь мне же жить, вот на зиму переезжать, ничего нет. Ой, мама, все, вот все, они молодые. Все, вот мы вот завтра еще день, и все. Вот они мне построили, и 17 ноября я сюда въехала. Застряли, конечно, мостов не было. Они все были уже разрушены, потому что он КАМАЗами возил вот этот кирпич, переворачивался тоже, чтобы замуровать.
И мы поехали там вброд, но уже снег, застряли. Часа полтора мы вот это в снегу, все мокрые, приехали все-таки сюда, да, пришли. Он нес, он шел с иконой, Саша. Это Вера, сестра с Евангелием Библии, я с котом, с котенком шла сюда. Пришла, вот вы представляете, вот, и сырого все было, да? Вот как вот, вот когда я печку истопила, первую печку, все сделали, все, все. И кроме стружек горы, вот так в углу, ничего не было. Это сейчас все вот уже за столько лет, тут лишнее все такое. Ну и вот. И вот и началось. А я их проводила там, это, а мне был назначен очень строгий пост. Как напал на меня страх. Жуть. Окна-то все открыты, и главное, мы еще так сделали, три окна и дверь, то есть крестом, да? Не могу никуда спрятаться, везде все черное, кладбище. Начало все так пугать меня. Я так думаю, куда же мне спрятаться? -то? На пол лягу, видно меня, туда-сюда. А на печке там было, вот, ну, буквально, наверное, с метр такой вот. Они сделали специально русскую там маленькую. И это, чтобы можно было просфора печь, если будем это служить литургии. И такой вот местечко, ну, наверное, да меньше метра, наверное. Вот я туда залезла на него. Представляете? Я только одна ужина. Только бы свет, только бы скорее свет. Ну, в общем, вот началось так, такие искушения. Да. Жуть какая. А еще самое было страшное искушение, когда я вдруг возненавидела место это. Вот не могу, вот это не могу себя преодолеть никак. И это три года я мучилась. Вот, представляешь, вот пишу и вроде все равно не могу смотреть на ту сторону. Любимый Кашин мой, все мое там родное. Я даже туда не смотрела в сторону, иначе у меня сразу приступ сердечный начинался. Представляете? И я избавилась от этого чудным образом. Была весна, наверное, уже Саша погиб. Он уже погиб, я ему не говорила, чтобы его не расстраивать. Это никому не говорила. И тогда я придумала, думаю, пойду-ка я по Волге пешком весной. И пройду и погляжу на все свои любимые места, где всегда вот так, чтобы это, убежать от всех людей. Я ходила там до Волги пешком, все. И вот я иду так посередине Волги, уже март все-таки уже так, и смотрю вот так туда. Вот здесь я там, вот там. Я наплакалась от души, и все у меня прошло. Но я молилась всегда, что, Господи, отними от меня эту печаль. Ну как, место святое, все, почему я его так ненавижу? Ну это было испытание такое вот. Ну, кроме того, что бесы, конечно, они меня тоже доставали. А потом вот эти ребята, которые меня тоже пугали, могли вот рыбаки пьяные среди ночи прийти. Вот, ну, а как ты? Дверь не закрывается, она ее все расперла так от того, что сырая надо, печку топлю. Я, ну, там топором, вот она до сих пор это болтается, потому что топором я хоть закрыться хотя бы. А что толку закрывать? Я и открывала им любое время, хоть в два ночи, хоть когда... Это самовар ставил, тогда еще не было ничего, ни газа, ни у меня, ни бензина. Керосин был, там лампа. Они, а что, вы не боитесь нас? Ну, а что делать? Боюсь, конечно. Скажу, я еще не совсем старая была, еще мне было 50 там с небольшим. Ну, вот. Ну, а что делать? Если я вас не пущу, давайте, садитесь, давайте. Там. Ну, как-то все обходило. Потом они мне помогали все. Они мне и картошки, там, и лук, они все приносили. Видишь, что? Я говорю, ну, что я могу делать? Я могу только вам лепешку какой-нибудь там. И то это на печку истопить у меня не было, ни газа, ничего. Ну вот так. Они тоже все были бедные. Тогда мужчин очень много погибло от того, что не было работы, вешали. У меня их теперь, этих моих весельников, очень много. Я за них молюсь, потому что я их люблю и жалко мне их. Они как они могли справиться? Они неверующие, а в отчаянии, в таком семье надо кормить. Они воровали эту рыбу. И я, конечно, этот рыбнадзор обманывал, безусловно. Иногда это лучше обмануть, чем вот их арестуют там или штраф такой. Они же ночью этим жили. Тогда вся река была почти в рыбаках, потому что это был хлеб. Вот и все. И вот таким образом. А потом все, слава Богу, потихоньку, потихоньку меня стали знать. И уже это легче было все. Иногда бывали дня по три, когда ничего не было совсем. Просто вот и все равно голода не чувствовала так. Ну, вот соль есть всегда, да. Но я все равно имела ведь возможность прийти. У меня же родные и в Колязине, и в Кашине. Думаю, нет, не пойдешь. Господь тебя не оставит. Испытывала все равно. И действительно, вдруг раз, вот там ветер задрал, там этот самый рубероид какой-нибудь, там кирпич, а на нем лежит и мука, и масло, и все. Ты представляешь?
Вот как надо все-таки доверять Богу. Мало веровать, надо доверять. Чтобы не случилось, значит, все равно это он так хочет. Он. И легче тогда все перенести из его руки. Из человеческой труднее. А из Божьей можно перенести все. Вот так вот, дети. Это всегда надо помнить. Любая скорбь, любая болезнь, это все равно вот путь к радости Господней. Потому что как он, так и мы. Никак не... Если обходишь это все, ну, отступил, отступил. И все равно враг пугает даже вот сейчас, думаю, а вдруг вот, я помню это всегда, да, что убить могут, да, потому что оставляли вначале даже и записки, и, мол, уходи отсюда, там, это еще что-нибудь такое, вот, ну. И вдруг вот, вот последнее время, старое, немощное, особенно зимой, когда вот болею, так это думаю, я одного только боюсь, одного, как, чтобы вот насилия никакого не было, такого вот скверного, вот этого я боюсь, думаю так, потому что еще почему, не без причины, вот почему ношу имя Фомаиды, ее свекор 16-летний разрубил мечом, за что, муж ушел? Он воспользовался этим, она ласковая, хорошая была, и хотела это, осквернить ее, вот их ложе. А она сказала, убей, ну, убей, а ты потом делай, что хочешь. Он убил ее, убил, сразу же ослеп он, пришли его друзья, это потому что он раньше муж ушел, что-то они разминулись. Он мечется по дому весь, это окровавленный, слепой, она лежит, это, убитая. И они мной поняли ее, что он сам сказал, что вот так, вот так. Не знаю, что с ним там, не написано в святцах. Но ее взяли монахи, там был рядом мужской монастырь. А самое сильное у монахов, мужчин, искушение – это плотская брань. И они ее взяли в монастырь вот это. И когда братья там восстал, ну куда там, мол, женщина в монастырь? Какая она же? Она мать нам всем, потому что она пострадала за чистоту ложа супружеского. И потом, да, действительно начались исцеления. Многие приходили к мощам. Прикла, просили о помощи, и вот так она прославилась. Это 4 век, Фомаида египетская. Я к чему это говорю? С 3-летнего возраста все время пытались меня изнасиловать. Вот ребенка. И это все, но не удавалось, понимаете, никак. Я, когда молодая была, там, я приписывала как бы своей какой-то смелости, характеру, могла кота разговорить, как это еще там, и побить, и подраться могла, и все. И вот когда мне это имя уже вот при постерике дали, я стала читать ее житие и думаю, вот почему, кто меня охранял-то, понимаете? Трона Московская еще не была прославлена. А я такой человек очень в этом смысле, я слушаю церкви. А книжечки уже появились. И я такая небольшая маленькая книжечка, я уже в церкви тогда в Кашине была, это уже служила там Рождества Христова. И вот, чтобы девочек проводить на это, ну, ждала, чтобы не проспать, они на поезд должны были утром сесть. Думаю, я почитаю. Читаю ее. Прочитала. И не все мне понравилось. Ну, как это так? Священник с крестом пришел, и вдруг колдун. Там, ну, так было так. Вот это первая самая книжечка вышла. Что-то как-то я засомневалась. И потом, когда не прославлена, думаю, ну, что-то я вот не очень как-то к ней отнеслась. И все, прошло время, я разбудила девочек и говорила, ну давайте, все, пора, а то опоздайте на поезд. Они вышли у меня, это третий этаж там был, это в центре города, в Кашине. И вот памятники там это, в центре сам. Я думаю, ну-ка я сейчас помашу хоть рукой. А там такие, это было общежитие, семинарии, такие большие, огромные такие эти подоконники. Я на него, значит, это влезла и думаю, сейчас я открою, помашу им. Всегда как это так делаю. И вдруг смотрю, значит, тротуар пустынный, никого нет. Девочки уже это ушли, они быстро спустились, они уже ушли. И смотрю, идет женщина такая дородная, такая сильная, мощная. А я вот так на нее гляжу, на эту женщину, и она вот такие вот буквально вам передает. Она так ха-ха-ха, вот 3 раза так. Ну, мне не передать это, как она сказала. Я чувствую, у меня это, ну вот буквально все отнялось. Я с трудом как-то пропол, тут рядом был это диванчик, я на него легла, а у меня ничего не шевелится, ни руки, ни ноги, ничего. Матрона попустила меня колдуна, вот такой сразу же меня на место поставила. Я, значит, это самое думаю, а что делать, мне надо к 9 часам храм открывать, ничего не могу.
лежу вот так, думаю, а что делать, как быть-то теперь? Думаю, вот здорово как. Но я не очень пугалась этого, я как-то думаю, интересно. То ли я устала очень, я все думаю, хоть отлежусь опять, хоть. И вот я как, и когда я вот это где-то прошло, наверное, минут 20, я думаю, ну и ладно, отдохну хотя бы, полежу, наверное, пройдет все. Господи, слава Богу тебе, вот слава Богу, я говорю, немножко отдохну. И тогда потихоньку зашевелились руки, ноги, уже и я пришла в храм 9 часов. Все, вот так вот. Но про что? Во-первых, надо жить без страха. Вот надо доверять Богу, потому что он сказал, никто не знает этого времени. Никто не знает, когда это все будет. Китайцы стремятся к нам сюда сейчас, да? Но это пророчество было. Лаврентий Черниговский это предсказал, что половина России будет как бы отдана Богом Китаю, потому что не умеем пользоваться, не умеем ценить. Это было такое пророчество у него. И когда вот мне Вадик вот тут вот где-то он недавно это показывал, ну, конечно, если воруем, не ценим, не бережем, значит, вот эти такими огромными этими самыми железнодорожными составами вывозим тайгу, там только показывают они голое место, они, конечно, они давно там уже, у меня сестра в Иркутске жила, вот она сейчас только год как в Москве живет. Она говорит, там давным-давно уже многие вышли замуж за китайцев, и они очень довольны, потому что они труженики, они берегут семью там, и прочее. И так, но если мы не бережем такое огромное пространство, которое мы завоевали тоже, оно нам не принадлежало, правильно? Может такое быть. А то, что главное не унывать, все равно же нам конец-то приближается, а когда он будет, только один Бог знает. Иисус Христос знает, хотя он отрекся, он по своему в Евангелии, вы знаете, как говорит, знает только отец, да, даже сын не знает. Но это потому, что он был, как человек, очень скромен, он не приписывал себе таких даров. Приписывать себе какие-то такие дары, это, ну, нельзя этого делать никак, это надо тут. Вся смысл-то христианской жизни наблюдать за собой. Вот, ну, раз он Господь сказал, ну, будьте совершенны, как Отец вас не был, ну, хоть немножко будьте похожи на меня, все-таки мы дети. Если кто-то даже, вот, по-моему, Николай Сербский так сказал, я его очень люблю, кстати, он сказал, что, ну, мы как малые боги, то есть мы выбраны, это все ведь твари одушевленные, они все наделены душой, мы только духом, да, это мы только Божьи дети, и поэтому, ну, мы обязаны быть лучше. Ну, ничего страшного. И главное самое, если мы падаем, да, вот грешим явно, но это Господь будет всегда допускать, потому мы возгордимся. Это, ну, просто будем погибать от того, что это будем, это я могу, о, я вот могу, и все. И поэтому мы будем падать всегда, да, чтобы не забывать этого, что мы во грехе, все во грехе. Если не Господь, да, то нам почти никому не спастись. Нам такой удел был дан от того, что мы дети Адама и Евы. Да? И, конечно, что такое покаяние настоящее? Да? Это не оправдание своих грехов, а вот да, Господи, действительно я грешен, прости меня, помоги мне. Вот это надо всегда, тогда будет помощь. Что такое таинство? Да? Вот с тем таинство, это одно из них покаяние. Если ты каешься в том, что да, Господи, я где-то там зашел, я опять похвалился, я опять подшеславился. Я это говорю из собственной жизни, потому что я это склонна к этому, как творческий человек. Моя задача не храм. Я как-то мне когда укоряли меня, говорят, ну а что это вы, вот столько времени, и храм? Не, у меня другая задача. Во-первых, люди, которые вокруг живут, это живые храмы. Я не могу. Мне не дано этого, что там просить и ходить, чего-то там. Ну, не дано совершенно. Я не буду заниматься тем, что мне не дано. А я буду вот что могу, вот что могу. Вот эти люди, которых я очень люблю вокруг. Тут 5 деревень, только с этого края. Здесь вот мои напротив, там на том берегу. Там, кстати, 2 храма было. Введение во храм и Троицкий храм. Вот завтра там праздник престольный. И причем моя мама, вот знаете, как интересно все в жизни, кольцо, закрывается круг. Моя мама родилась на том берегу в деревне, в Зеленцино, а в Троицком храме, вот который напротив, она училась в школе, была приходская школа, и храма, там 2 храма в таком были, потому что это были имения Тучковых, тех самых, которые вот это Бородино там. Братья Тучковы, это было их и земля там на том берегу, и имение. И вот она, Маргарита Тучкова, когда погиб, она вот его продала, и вот тогда монастырь Богородицкий, по-моему, Богородицкий там,
Бородинским, ну, Бородино. Ну вот. И она там, и вот она до 18 лет жила, мама там. А я теперь держу. Вот, представляете, финал мой заканчивается свою жизнь, как бы и род свой такой. Все промыслительно. Ну что такое семья? Семья – это малая церковь. Это надо жить в семье для Бога, помогая друг другу. Вот и все. Помогая друг другу. Забыть я, мы, и только служить уже не друг другу, да? Не друг другу, а Богу служить своему вот в этом союзе. Тогда все будет хорошо. И знать обязательно, что это всегда преодоление трудностей, преодоление. А потом, а тогда праздник. Как ты сам знаете, преодолеешь, когда страх или что-то радуешься. И поэтому и здесь тоже такое состояние хорошее, благодатное. Это все, потому что, слава Богу, ну ладно, Господь дает передышку, дальше опять. И так до смерти. У меня был такой период в жизни, года два назад, наверное, когда вот, ну, когда-нибудь это переживали, это состояние, ноет душа, вот разрывает кто-то душу прямо вот когтями. И проснешься утром, не проходит. Опять думаю, ой, опять дух захватывает. Думаю, ну как, ищешь причину, почему вот это такое оставленность какая-то, вот это, как вот, где Господь, почему, в чем дело? Вроде бы и все, и покаялся. Нет, вот пост великий. Думаю, ну ладно, пост, может быть. Опять утром встанешь, болит душа. Болит, болит. Это ее даже замечали, кто приходил, говорит, матушка, ну а что с вами болит? А я не могу уже ни улыбаться, ни радоваться, это видно. Я преодолеваю эту такую вот эту скорбь, как уж, знаю, боль даже. Ну вот, ну терпела. Надо ее потерпеть. И вдруг неожиданно, раз, просыпаюсь, а ничего нет. Уй, а были пасхальные уже дни. Даже думала, вот сейчас на Пасху пройдет. Нет. Ничего подобного. Светлая седмица, а у меня все болит внутри. И не хочет ни пить, ни есть, ничего не хочется. И вдруг бац, и нет. И все. Ух, все. Я заводная. Бабушка такая. Ну, вот так вот. Такие дела.